Всем привет, с вами Александр Кузьмин. Говорят же, что мечтами и целями делиться нельзя, а то якобы они не сбудутся все, что счастье любит тишину. Не нужно никому рассказывать о своих успехах, поэтому, что деньги любят тишину, нельзя ни с кем делиться о финансовых успехах. Пусть говорят, но тем не менее, в этом видео речь пойдет о 2023 и о грядущем 2024. Так коротко вот, ремарочка, не ремарочка. 2023 для меня, как и для многих из вас, был годом охрененным. Для многих, но не для всех. Было много негативных событий, но позитивные события перекрывают, а также мое мировоззрение, которое я выработал в 2023 году, перекрывают все негативное. Прошлое не имеет смысла, потому что оно прошло. Это главное, что вы должны знать. А уж тем более негативное прошлое. Нет, отчасти, понятное дело, что уроки прошлого важны, в том числе и позитивные уроки. Значит, в этом году, в 2023, я наконец-то пошел в психушку. И наконец-то начал лечиться там очень сильно, жесткими препаратами, от которых огромное количество побочек. Но тем не менее, я ничуть не сожалею о том, что я именно принимаю советские кондовые препараты, потому что побочки побочками, а положительные эффекты от них тоже есть. По частности, улучшение моего состояния психического, улучшение моего, наконец-то, настроения после эндогенной депрессии, там больше 10 лет я страдал, вот, наконец-то. Отсутствие мотивации у меня было последние несколько дней. Наконец-то тихонечко прибавляется мотивация. Но, к сожалению, мотивация не спонтанная, не дофаминовая, когда стреляет, и ты замотивировался там, после просмотра какого-нибудь видео. Такого у меня, к сожалению, до сих пор нет. Возможно, и не будет на всю жизнь. Ой, не надо негативно. Значит, в финансовом плане я никогда ни за один год столько не зарабатывал. Благодаря трем своим направлениям, о которых я в одном из прошлых видосов, так сказать, рассказывал, да? Благодаря тем же таблеткам я смог пережить ужаснейшие моменты, ужаснейшие, казалось бы, да? Пережить и не взорваться, и не сорваться. Это прекрасно. Что может быть еще лучше хорошего настроения? Да ничего. Хорошее настроение равно счастью, вы понимаете. То есть счастливых дней, счастливых моментов, благодаря таблеткам, в том числе благодаря лечению психическому, в этом году было как никогда много. Ну еще раз, прошлое не имеет значения, что там было плохое, наплевать. Ну хорошее, главное, что хорошее. Хорошее и интересное, да, разнообразное. А теперь о том, чего я хочу добиться в следующем году. Ну, может быть, он уже для вас настал, но для нас еще не настал. 2024 РИК. Значит, первое, я даже сюда не внес, но из-за памяти у меня она ужасная, я все буду, понятное дело, используя бумажку с написками. Но то, что здесь не учтено. Продолжать в позитивное состояние, в позитивное настроение, в позитивное мышление. Это возможно. Нужно только пытаться негативные мысли в голове блокировать, не дать им там обусоливать, не обусоливать их дальше. Пресекать. И иметь для этого некоторое количество позитивных мыслей, чтобы из кармана их доставать и блокировать негативные тем самым мысли. И в принципе, ну вот, чтобы все было четко, нормально. Насчет медитации, я православный человек, не могу сейчас по поводу медитации вам что-то рассказывать. Это все-таки что-то индийское, что-то кришнаистское, индуистское и так далее. Кришна, Кришна, к нам пришел.
Значит, все, поехали дальше. Процесс запущен, это тоже одно из преимуществ, одна из плюшек 2023 года, но все еще прыщи есть. Избавиться от них максимально возможно. Сейчас я пью эти ретиноиды, страшные таблетки, от которых тоже дофига побочек. Ну, и плюсов много. Они очень, кстати, сильно кожу сушат. Ну, что страшного. Значит, следующее. Цель. Перебороть свое мечтание, периодически вспыхивающее. Купить новый автомобиль. Купить себе машину. Недорогую. Это все проблемы. Машина равно проблемы. И даже вот работать на машину, специально устраиваться, перестраивать свои цели из-за того, что у тебя появилась машина, специально работать автокурьером, да? Кого мы обманываем? Кого мы обманываем? Машина должна на тебя работать, а не ты на нее. Чтобы отработать... Ой, ладно, все, даже не хочу. Чтобы она приносила прибыль. Ребята, высасывать все свои нервы, курьерство — это ужасная работа. Автокурьерство, пешее курьерство. Концентрироваться надо. Разобраться с волосами. Это насущная тема. Смотрите, что. Значит, что касается разобраться. Либо уж совсем их там под троечку подстричь, либо на лысо подстричься. Либо, вот я купил миноксидил, и пшикать-пшикать, и там авось что-нибудь отрастет. А потом говорят, что отпадет после этого. В общем, будем над этим работать. Это важно. В принципе, над своим внешним видом, чтобы стать красивым, стильным, нарядным, работать будем. По этому поводу нужно закупить, неважно, паль, не паль, но качественных, крутых, стилевых шмоток. Это тоже одна из целей. Вне плана, я так его рассказал, потому что там гораздо по списку ниже. Начать строительство сразу же двух домов. Положить начало им, чтобы наша компания запустила строительство двух коттеджей. Один одноэтажный, там с мансардой, с чердаком. Второй полноценный двухэтажный. Участки под это имеются. Начнется строительный сезон, соответственно, с начала строительного сезона начинать и строиться. Чтобы впоследствии, уже в следующем году, их продать и заработать на этом уже на нормальную машину и не покупать до этого полумеру. Не будем говорить, какое слово. Развалюху просто скажу. Добиться, чтобы наше архитектурно-строительное уже бюро чистыми в месяц зарабатывало, с учетом там зарплатного фонда и так далее, все вычитаем, издержек и прочее, приносила от 250, такую достаточно скромную сумму назвал, от 250 в среднем тысяч в месяц. Для этого я уже знаю, что делать, как бы держаться на плаву и так далее. Ну, это уже не относится к мечтам, это цели, это уже под цели даже. Отказаться от своей посуточной деятельности. Напомню, что у меня деятельность по субаренде, одна из деятельностей, приносящих по субаренде квартир, отказаться от этого, потому что это мозготрепка. Мозготрепка. А нужно как можно больше удалить, избавиться от как можно большего количества негативных моментов. Вот это вот один из них. Там есть все. И нары, и проститутки, и прочее, и цыгане, и бешеные, и сидельцы заселяются. В общем, избавиться от этой деятельности, которая, кстати, в этом 2023 пока что году принесла мне нехилые барыши, которые я в основном все вложил. Как бы для себя, как и, в общем-то, кабин 21, для себя я, по сути, ничего не беру. Все вкладываю. В основном видеокарты. Подготовить вот эту вот квартиру, тоже процесс начат уже, к выставлению только пока что на продажу. Ну и возможно, уже даже начать процедуру продажи, то есть выставить ее.
Посмотрим, как все будет. Тут еще конь не валялся, тут много чего нужно еще исправлять. В общем, главное положить начало. Да что ты, ё-моё, подготовить точнее. Начало уже положено, именно подготовить до конца. В принципе, я часть уже закупил для этого, ну и будем там дальше. Часть уже тут у меня есть, эти величественные дизайнерские стулья, допустим. Не будем говорить, с какого сервиса. Он нам за рекламу не платил. Кстати, питать иллюзии относительно данного канала ни мне, ни вам не стоит. Это будет локальный канал. И 1500 подписчиков — это уже прям вот такая вот цель. Зашибенная. На данный момент, вот, если вы не знаете, конечно, позже смотрите, у меня 1280 плюс подписчиков. Ну, немножечко добавим, как бы никаких иллюзий, что мы станем там Катериной Клэп, Пашей Бумчиком и так далее. Значит, следующая цель тоже внеплановая, но может она тут есть. Продолжать лечить свою психику. Чтобы зажатости вот этого не было. Вот это и не было. Стеснительности людей, всех. Боязни социума. Над этим нужно работать. Вряд ли полностью это лечить невозможно, но чтобы заменять чем-то более позитивным, более положительным, чтобы было, короче, лучше. Потому что сейчас я объективно боюсь всех. Сильно, не сильно, а может быть не всех, а некоторых, но большинства я боюсь. Выхожу даже на улицу, трясусь. В общем, социофобия, нужно от ней избавляться. Для того, в первую очередь, чтобы у меня появилась, наконец-то, девушка. Не женщина, мы знаем отличие, благодаря прошлым видео, девушек от женщин. К сожалению, меня интересует только, ну, вот, так вот заложено. Таков у меня, возможно, территориальный ярко выраженный инстинкт, что только девушка способен строить серьезные отношения только с девушкой. И, кстати, они серьезные отношения меня не интересуют. Я один из тех парней, кому, ну, хотя бы по религиозным соображениям, не нужен only кекс. Я не рассматриваю девушек исключительно как красавиц, которых можно кексануть. Нет, я каждую из вас рассматриваю именно как серьезную даму для серьезных отношений. Неважно, нужно вам это или нет. Мне нужно. Такой я человек, таков я. Тоже внепланово. Тут у меня совсем другое написано, не про это пока что. До этого мы еще дойдем. Значит, если уже удастся продать квартиру, всякое бывает. Если долго мучиться, много чего получится, а не что-нибудь. Если удастся продать, то переехать в квартиру ближе к центру. Это будет двушка или евро-двушка, соответственно, в новом или не новом доме. Главное, чтобы ближе к центру. Я живу в городе-миллионнике, в прекрасном городе Екатеринбурге. Советую сюда прибыть вам. Если не были еще. Так, дальше. Возможно, переделать. Вот я еще пока не знаю. Мне они как бы более-менее нравятся, но более-менее это не считается. Вот эти вот детские, детячие татуировки. Немножко, конечно, они меня подзаколебали. Немножко они банальны. И, в принципе, их уже нужно переворачивать все. Перекрывать эту и, соответственно, эту вот часть руки. Посмотрим. В принципе, я не против. Только нужно разработать эскиз самостоятельно, там набросать, накидать и так далее. Мастера более-менее я вроде нашел, мастерицу на все руки. Посмотрим. Вот еще цель. Вот еще цель. Ни в коем разе не встречаться, ну не в смысле встречаться, а просто встретиться там с девушкой, если ты просто хочешь с ней заняться кексом. То есть не встречаться только ради кекса. Вообще, нафиг это нужно. Короче, не распыляться, не распылять свою любовь, свои чувства на не тех, на женщин. На женщин. Сори. Таковы мечты, таковы цели. Слетать в очередной московский отпуск. Москву я обожаю тоже, как и свой город Екатеринбург.
Но есть особенности, есть различия, это понятно. И пожить там, в Москве-Сити, не ниже, чем на 70 этаже. Потому что я считаю, все, что ниже 70 этажа, это не небоскреб, не небоскребство, не проживание в небоскребах. Какой смысл там снимать квартиру на 7 этаже, допустим, в Москве-Сити? Никакого. Но будешь ты увидеть эти башни, так вот на них глазеть сверху вниз. В общем, одна из мест, одна из целей. Прокачиваться в архитектурном навыке, в архитектурной визуализации и в дизайне интерьера. Прокачиваться, набирать руку, но частично на этом зарабатывать. Также вспомнить про графический дизайн, про свои навыки и знания графических программ. И от скуки, и для того, чтобы попасть в социум, и там тоже прокачивать свою психику, устроиться, если получится, если удастся прокачать эти навыки, устроиться графическим дизайнером. Посмотрим, выйдет, не выйдет, но как бы в этом плане действовать, в этом направлении действовать нужно. Ну все, по поводу устроиться от скуки я уже сказал. Также, благодаря походу в психушку, я, благодаря этим таблеточкам жестким, к счастью, начал спать долго. Это вообще приятно, это очень приятно. Потому что раньше я просто в месяц максимум высыпался, при том, что у меня было много свободного времени, высыпался там, ну, максимум 2-3 дня за месяц. Это ужас, это жестоко. Это называется медленная пытка. Вот так вот. Да уже не такая медленная, что скоро докончит тебя эта пытка. Так что вот это один из плюсов 2023 года. Ну и в целом главное, что много начал положено. Ой, мамочки, падает камера. Падает камера! Один из плюсов, это тоже вот вспомнил. Продолжил развитие канала, короче говоря, друзья. Мечтами делиться нельзя, но можно. Я разрешаю, я разрешил. Так что, ребята и девчата, обязательно. Делитесь своими мечтами на следующий год или на текущий, если это уже будет 24-й, а может 25-26-й, а может вы меня в 2040-м смотрите. Делитесь планами в принципе своими и мечтами. Обсудим их вместе в комментариях. Видео — это диалог с вами, не монолог, это полилог. Благодаря комментариям я могу общаться с вами, могу вас лайкать, оценивать, понимаете? Так что не забывайте. Там касаемо моих мечт, касание своих мечт. И да поможет нам Господь Бог. Подписывайтесь на канал. Ставьте Израиле Кузьмину Александру Андреевичу Кузьмину лайки. А может быть, мне еще попрошайничать. Не думал до создания этого видео. Оно подходит к концу. И на подарок. Я буду клянчить с вас деньги на подарок. Выставлю свою Сбербанк карточку. А почему бы нет? А вдруг кто-нибудь, найдется какой-нибудь идиот, который задонатит мне денег. Это прекрасно, конечно. Ребята, всем пока. Не хочу, как говорится, расставаться с вами, заканчивать общение. Ну, нужно вас, уже заколебет это видео. London, goodbye.